А потом, когда период неограниченно свободной торговли завершился, то баланс взаимных притязаний торгующих сторон стал протекать в среде государственного и в среде мафиозного налогообложения, кредитования, законодательства, писанного, неписанного. Когда появилось государственное мафиозное давление, оно стало деформировать, вот здесь графически изображено, деформировать свободный баланс притязаний, то есть давить стало, вот здесь давить.